Прошу вынести название суперпризов. Название суперпризов, которые будут разыгрываться сегодня в суперигре. Итак, вот, внимание. Цветной телевизор фирмы Philips. Параболическая антенна. Параболическая антенна. Стереомагнитофон. Стереомагнитофон. Холодильник. Холодильник. Пылесос. Очень хороший пылесос, американский. И автомобиль. Итак, Фуат, прошу вас сделать ход и определить тот приз, который в случае удачи вам достанется. Прошу. Автомобиль! Автомобиль, блестящий! У меня даже голос сел. Вот. А скажите, у вас автомобиль есть? Нет. Нет автомобиля? Ну, да. Во всяком случае, минуты через полторы он может у вас появиться. Шанс есть. Шанс один есть. Один из 10 000. Один из... А почему из 10 000? Задание будет трудное. Вы должны будете сказать мне фамилию известного политического деятеля современности, который специализировался по химии, учась в университете. Вы должны назвать одну букву. Прошу. А. А. Это фамилия известного современного политического деятеля. Буква А. Нет этой буквы в этой фамилии. У вас одна минута, и через одну минуту, если вы мне называете эту фамилию, вы получаете автомобиль. Полная тишина сохраняется в студии. Фамилия известного политического деятеля современности, который специализировался по химии, учась в университете. Итак, Фуат, минута прошла, прошу. Я предложу вариант. Тэтчер. Маргарет Тэтчер, абсолютно верно. Абсолютно верно, это Маргарет Тэтчер. Блестящая победа. Просто блестящая победа. Я поздравляю вас с успехом. Все аплодисменты победителю нашей суперигры. Это великолепно! Это действительно Маргарет Тэтчер, которая училась в Оксфордском университете и специализировалась по химии. Итак, момент за Де Фуат Насир Аглы, победитель суперигры. Все аплодисменты. Я благодарю вас за блестящую игру, а сейчас попрошу вынести приз, который выбрал Фуат, когда победил в финале. Еще один приз. Пожалуйста. Аплодисменты Фуаду. Вот этот чемодан вам достается и в качестве приза, который вы выбрали. Я поздравляю вас еще раз и желаю вам в дальнейшей жизни таких же успехов, как на нашей игре. Спасибо. И вам также желаю удачи вот в том направлении журналистики, которое вы выбираете. Покидая, я как слышал, эту программу. Спасибо вам, а мы вернемся к нашей передаче «Капитал-шоу Поле чудес» через одну неделю. Пока!